слушай, мне так хорошо. Со мной плохо людям, а мне-то хорошо. Я не встреваю ни в разговоры, нигде, все время думаю, пишу. Мне нужды нету. Дырка в перепонке сделана. Где-то повреждение было. Да я вас слышу, разговариваю. Что еще надо? А когда у меня наушники, я где-то по телефону говорю, я все слышу. Это называется шепотная речь. Недостаток. Это совсем незначительное. У нее тоже. Она тоже не слышит. Так, время ночное, мы уходим. Куда уходите?